Первые измерения и уже превышение. В норме 70% минимум. Показания прибора в районе 30. Вердикт прост. ГОСТу тонировка не соответствует. Нужно снимать. Пусть и устраняет водитель прямо на месте, штрафа ему все равно не избежать. За такую пленку, например, 500 рублей. Повторного штрафа, кстати, не предусмотрено. Поэтому, если водитель решит затонироваться снова, его карман опустеет еще на 500 рублей. И пленочку тоже нужно будет снять. Если водитель ввиду различных причин отказывается устранить допущенное нарушение на месте, то сотрудникам госавтоинспекции такому водителю выдается требование о прекращении административного правонарушения. Согласно выданному требованию, водитель должен устранить тонировку, либо отказаться от использования своего автомобиля. В случае, когда водитель не выполняет законное требование сотрудника полиции, он привлекается к административной ответственности по первой части статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Минимальное наказание по такой статье – штраф, те же 500 рублей, а вот максимальное – арест до 15 суток. Поэтому со срывом темных покровов лучше не затягивать. В транспортном потоке вылавливают следующего нарушителя. Стекла очищают, измеряют прибором, вердикт тот же. Пленка нормативу не соответствует. И таких любителей спрятаться от чужих глаз выявили прилично. В ходе проведения такого профилактического мероприятия в нашей области было выявлено 73 нарушения тонировки. Из них только в городе Рязани свыше 40 нарушений. В настоящее время есть только одна действующая инициатива по увеличению штрафа. По проекту нового КОАП штраф вырастет до 1000 за первое нарушение и 3000 за повторное. Но до штрафа все же лучше не доводить.